Доброго всем утра. Еду на работу. Сегодня пятница. Проезжаю город, где живет моя сестра Наташа. Решил просто поболтать. Рассказать, как моя прошла неделю. Неделя была ужасная. Я была всю неделю без машины. Вчера только ее со станции забрала. У меня Volkswagen дизель. Я в субботу после работы еду к работе, я после работы еду, а у меня по дороге только две заправки. На одной заправке есть дизель, на другой нет. Ну, думаю, ладно, останавливаюсь, заправлюсь, вдруг сейчас куда-нибудь на выходные соберемся, чтобы не ехать в город где-то заправляться. А когда на ховые выезжаешь, там всегда значительно дорого. Дизель стоит. Разница прям огромнейшая. А, думаю, ну ладно, заправлюсь. Остановилась. Заправилась, стала закрывать бак. Никак, ливанил дизель из-под низа. Я вся стою прям в этом. В дизеле. Ну что такое, не пойму. Вроде шланг вытащила, не должно быть, как здесь не потекло. Обычно бывает перельешь. Передержишь пистолет, перельешь. Здесь нет, нормально. А, да еще такая вот прям как рекой. Ладно, быстренько все закрыла, отъехала, гляну, что это такое. Точно в лужа. Вытекла. А кстати, показывает, как на машине здесь, что полный бак. Отъехал. Ну, что надо смотреть, что такое течет. Чуть ли не на землю легла, проверять, капает, не капает. Ну да, что-то капает там снизу, откуда с трубочек, вообще непонятно, что капает, я ничего не разбираюсь. Там мы приезжаем, сюда поехали. А суббота! Во-первых, короткие дни. Ладно, говорю, давай быстрее поедем на станцию, поставим, чтоб отремонтировали. Я без машины вообще не могу, ладно, здесь выходные. Ну ладно, поехали, отвозят, приехали на станцию. Естественно, там все закрыто. Ладно, там у нас есть такая функция, есть такой, как коробочка стоит, конвертики, пишешь имя свое, номер машины, какая у тебя проблема. И ключи опускаешь, машину паркуешь, и они приходят, потом они достают и все исправляют. Естественно, мне везет, как всегда. Понедельник у нас выходной день был, день трудящихся. Естественно, день трудящихся никто не работал. Я без машины. Во вторник мой звонит на станцию, уже на работу все вышли, звонит на станцию, спрашивает, какая причина все. И я в шоке. У меня чипманк погрыз провод. Какой-то там шланг погрыз именно дизельный. И я, видно, заполнил полный бак, нагрузка какая. Я вообще не понимаю, если честно. И у меня ливануло все. И это мне обошлось $600. Какой-то ужас. Это, ладно, была какая-то поломка такая, как машина бывает там. Я только батарею поменял 2 недели назад. Как бы... Машина спешит, объехала меня. О, кстати, вчера то же самое было. На этом же месте эта же машина не объехала. Выхожу на работу одно и то же время, едем практически одни и те же люди. Ну ладно, с машиной решили. Вчера забрала машину. Обещали, сказали, что только в пятницу привезут. Нет, они заказывали вот эту деталь, но привезли раньше, как быстро закончили. Молодцы, они хотят, быстро сделали. Я забрала вчера. Вчера прихожу с работы опять, еще один. Муж мне здесь подсуетил. Приезжаю с работы. А мы посадили года 3-4 назад, наверное, 2 дерева персиков. Мы в Вашингтон штате жили. Ой, у нас там конечно, совсем... Фрукты такие были ароматные. Ну и мой любитель этого всего здесь высадил 2 дерева персиков. В прошлом году такие дохленькие что-то были, начали прям на кусту, на дереве прям портиться. В этом году хорошенькие прям. Ароматище с магазинами не сравнишь. Я их собрала, пока птиц. У нас еще птицы-белки быстренько все сожрут. Собрала, думаю, варенье сварю. Думаю, варенье сварю с сахарозаменителем. У нас хороший сахарозаменитель. Нет, конечно, очень дорогой, но хотя бы как без сахара. Ну ладно.
А он не делает... сахар все-таки такой... скрепляет, вот такой какой-то тянучий становится, варенье совсем по-другому. А это нет, это вода водой, вот вода водой. Никак. И я выпаривала на 3 дня вот эту всю жидкость, весь сок, чтобы погуще немножко было. Ну, если вчера я думала, он придет сейчас домой, последний раз прокипячу и разложу по баночкам. А это у меня все, естественно, в кастрюльке стоит на кухне. Прихожу, кастрюльки моей нет. Спрашиваю своего: слушай, где мои кастрюльки? Мне здесь это, я персик варила, он такой: я их выкину. Я такой: ты серьезно? Я 3 дня варила, мудохала с ними, перерезала, переминала, собирала сама на дерево лазила. 3 дня варила, и ты их выкинула. Он такой: ну а что они стоят целую неделю все это на кухне на столе? Ну я думаю, уже испортились. Ты чего? А, вот такая у меня неделя. На деньги меня эти животные подставили. И муж еще с вареньем. Ой, ну ладно, подъезжаю к работе. Выехал, еще было темно. Уже светлеет. Пока еду 40 минут. Уже светлеет. Ну все. Спасибо. До свидания.